Да он сам сделал, представляешь его? Да. Сказал, он будет лучше намного. И он действительно лучше. Кстати, хороший коловорот сделал папа. Молодец. Вот что значит дай идею. Я теперь сорняки будут, кстати. У меня теперь будет чем бороться с сорняками, учитель. Я говорила, как мне жалко, что у меня нет сорняков. А теперь я буду говорить, как хорошо, что у меня есть сорняки. Какие сорняки? Сейчас полезу, сынок. Почувствую удовольствие. Самое интересное это впереди. Не чувствую никакой усталости. Вот для меня это удовольствие. Настоящее. Или вот для кого-то это усталость. Я понимаю, особенно когда живешь в селе и там много работы такой вот физической. Тяжело. А для меня вот это вот... Я наоборот кайф ловлю. Пенсионеры заработали себе огород на старость. Сажает картошку, а у нас уже взошла. У нас экспериментальной рассадой. Мы хотим посмотреть, какой с него можно собрать урожай из рассады и плюс, ну, какой эффект. Из 4 картошек вырастить можно. Больше получится картошки или нет. А это вот сейчас мы начнем. Бери вот это, наверное. Это что у нас? Выложим и на нее прям огурцы посадим. Ее, если что, и поливать удобно. Прям по разделе воду и все. А я разные сортов сейчас посажу. Зато ее, если уж собирать так ведрами, залить так банками. Надо прям покупать чисто. Муромский первый. Вязниковский. Обильный. Источник. Деревенский. Вязников посадим. Вот так.
на пандусе вывели. Сейчас там тебе скажут, мужики, что вы там делаете? Одуванчики собираем. Корешки, травы. Все это пища. Все это пища, все это мы едим. Они считают, что это не еда. Хотя это и есть самая настоящая еда. Еда это не фастфуды какие-нибудь там неизвестные. Вот она, самая настоящая еда, которую должен есть человек. По крайней мере, чтобы быть здоровым. Мы из нее будем готовить.